Привет, меня зовут Павел Горюшкин, я учусь в барабанной школе Drum School полтора года и всему этому очень рад. Ну, барабаны – это моя любовь с детства. В школе мы с нашими друзьями, одноклассниками и ребятами, которые были на год старше меня, создали группу, в которой играли. И понятное дело, что это все с детства. Но тогда не было возможностей, которые есть сейчас. Но любовь осталась. Поэтому сейчас, когда все повзрослели, и есть возможность обзавестись оборудованием, музыкальными инструментами, я решил, что пора возобновить ту мечту, можно так сказать, которая была с юности. Ну, понятное дело, что всемогущий интернет помог, потому что когда жена сказала, ну хватит мучиться, найди себе хотя бы музыкальную какую-то школу или барабанную. Ну, я начал искать музыкальную школу по отзывам, по тому, что написано в интернете, комплекс причин. Понятное дело, что я выбрал, во-первых, безусловно, что вот эти отзывы, которые есть в интернете и которые говорят, что лучше нигде не учат, понятно, меня сподвигло позвонить именно сюда. Ну, потому что это нормально, наверное. Всегда хочется выбирать самую лучшую школу. Ну, конечно, атмосфера мне очень здесь нравится. Во-первых, руководитель школы Александр Климович – крутой человек. Поэтому крутой барабанщик, все это. Вот. Очень интересно общаться всегда с ним. Потом, ну, конечно, за это время я понимаю, что я чему-то научился, а значит, чем дальше, тем лучше хочется и быть. И все это, понятное дело, совокупность причин, опять же, да, вот это вот живая атмосфера, отношение к ученикам, там, все что угодно, всегда... На любые компромиссы можно прийти, перенести урок, приехать. Всегда тут приходишь с улыбкой, тебя встречают. Ну, это классно. Во-первых, я всегда говорю, что надо научиться любить. Вот. И тогда ничего не будешь, не бояться, ничего. Безусловно, всегда говорят, ну, нам невозможно найти там средств, нам невозможно что-то еще. У меня нет времени, это отговорка. Потому что, если помните звонок, когда я сюда приходил, то было это очень просто. Я говорил, что у меня нет времени, я уже взрослый, у меня плохой музыкальный слух и так далее и тому подобное. Но в любом случае Александр меня выслушал, сказал, приезжай. Я приехал, и все случилось. Поэтому я считаю, что молодежь, неважно какой возраст, потому что мы еще тоже молодые на самом деле, кто молодой душой, то все в лучшую барабанную школу, Drum School.